У вас нежные руки. Они явно не знали тяжелого труда. Я прав. Война все меняет. Символическая значимость кайзера для народа все так же высока. Проявляйте почтение. Говорите только, когда вас спрашивают. Обсуждать политику строго запрещено. Вы возьмете на себя командование его гвардией. У британской разведки в этом районе есть агент. Его попытаются похитить, а скорее всего убить. Если с ним что-то случится, капитан, вас казнят. Капитан, на меня охотится британский шпион. Ваше Величество в безопасности. Меня зовут Штефан. Хотел спросить, как величать вас. Микки де Йонг. Раздевайся. Со служанками общаться запрещено. Император, скрывающийся в ссылке. Старику завтра пожалуют гости, глава СС. Хайль Гитлер. Похоже, мы возвращаемся в Берлин. Это правда? Ты вновь будешь править? Женщина, скрывающая тайну. Я еврейка. Мне все равно. Это только пока. Солдат, служащий родине. Ночью перехватили передачу. Гестапо тщательно обыщет весь дом. СС убили моего отца. Об этом не стоит никому говорить. Я защищу тебя. Ты серьезно? Будьте осторожны, опасность повсюду. Этой весной. Неужто сильнее верности стране для офицера ничего нет? Любовь становится исключением. Выходи за меня, Микки, сейчас, сегодня. Лили Джеймс, Джай Кортни, Кристофер Планер. Он сдаст тебя гестапо. Микки, доверься мне. Исключение.